Итак, перед нами остатки сожженных ртов того серьезного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» ВС РФ. Машина была все-таки чем-то повреждена и ее бросили. Так, вот такой вот он был. Территориальная оборона баштанки. Абсолютно безжалостные к российским оккупантам люди. И к технике за 15 миллионов долларов отнеслись абсолютно пренебрежительно. Разобрали, отсюда все было снято. Сколько-нибудь ценное, все, что можно было купить, еще взяли. Вот обращаю внимание, что у нас ручка. Помещение за 15 миллионов долларов. Мы видим приварено детали из арматуры. Ух, ёлки-палки, какая-то видно высокотехнологичная арматура. Мастерство российской оборонной промышленности видно, читается в каждой детали. Да, ну здесь снято абсолютно все, все пошло на хозяйство. Баштанка жжет, как мы говорится, тут сухпай, тут остатки, да, сухпая, понятное дело, ну вот так. В общем, машина здесь проезжала здесь вот колонна, была российская разбита, и остатки рассыпались по всем вот этим прекрасным полям. Здесь проселочная дорога. У этой машины был персональный эскорт. Как говорят бойцы, да, здесь было сопровождение, но тем не менее она была повреждена, и после обстрела в панике.